хочется пожелать, чтобы вот все дальнейшее время, которое будет существовать телеканал ОТС, чтобы такие вот зрители благодарные приходили, смотрели такие концерты, смотрели телепередачи, чтобы были только хорошие новости, ну и много новых проектов. Будьте счастливы! Свой день рождения телеканал ОТС праздновал целый месяц. Баган, Чины, Довольная, Маслянина, Каргат. В этих районах области звезды эфира устраивают.